Привет! Меня зовут Василиса, и мне 17 лет. С детства мне запомнился один случай, когда мы с мамой ездили в село Качановка, в поместье Тарновских. Мы зашли в большой зал, и там стоял большой черный и старый рояль. Я села за него и сыграла минуэт Баха. Такое чувство, как будто я вернулась в ту эпоху и почувствовала себя маленькой-прималенькой принцессой. Наверное, с тех пор я и захотела стать актрисой. Кстати, также я занимаюсь и борьбой. И как я на нее попала, это совершенно случайно. Я пришла на тайский бокс, но подруга сказала мне: «Давай ты попробуешь борьбу». Когда я пришла на борьбу, мне показалось сначала, что это просто набор каких-то поз из Камасутры. Но я почему-то там осталась и уже занимаюсь очень долгое время. Это единоборство дало мне уверенность в себе. Эта уверенность проявляется и в моем разговоре, и в моей походке, и то, как я думаю о себе. Также я очень люблю рисовать детей карандашом. Особенно их большие детские глаза, которые еще полны надежд и только входят в этот мир. Очень нравится ездить на велосипеде, когда ты садишься, включаешь себе музыку в наушниках и просто едешь по городу, в лесу, неважно где. У меня лично вызывает чувство спокойствия и счастья, когда ты наблюдаешь очень красивые пейзажи и не обращаешь вообще ни на что внимания. С детства я мечтала стать актрисой, и я ее обязательно стану. Если вам нужно, чтобы я прошла на руках, сделала какой-то прием, прокатилась на велосипеде или еще что-то необычное, мои контакты на экране. Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і мов у сні шепочуть листя губи, і квіти шлють солодкий аромат. Люблю весну, коли плюскочуть ріки, коли рида от щастя соловей, і заглядає сонце під повіки у тишині задуманих алей. Люблю, коли блукає місяць в травах, хатини білить променем своїм, і п'є тепло ночей ласкавих, а на лугах пливе туманів дим. Весна вдягла у зелені віти дуба, уже курличуть в небі журавлі. Люблю весну, та хто її не любить на ці чудесні, радісні